Да. Уважаемый Дмитрий Владимирович, я обращаюсь к вам от всех жителей Химкинского округа, от себя лично, как депутат городского округа, восстановить справедливость по отношению к директорам ДК «Родина» и «Контакт». Одним днем их уволили. Вот я общалась и с Анной Павловной, и с Ольгой Юрьевной. В общем-то, как-то это не по-людски и неправильно. Я считаю, что неправильно. Поэтому мы, жители, обращаемся к вам с просьбой восстановить справедливость и вернуть их на свои должности. Потому что при них развитие культуры у нас было на высшем уровне. Мы входим в десятку лучших ДК по Московской области. Поэтому мы не остановимся, если вы нас не услышите, мы пойдем к Андрею Юрьевичу. Спасибо.